Мне ж холодно стало, блять! Друзья, ровно 4 года Tasty Drop балуют нас эксклюзивными кейсами, крутыми ивентами и челленджами. И в свой день рождения он дарит подарки вам. Поспеши открыть новую линейку кейсов Tasty Birthday, не упусти сочные розыгрыши призов. Успей забрать 15% бонус к пополнению и кейс в подарок с промокодом, который ты видишь на экране. Поторопись за халявой от Tasty Drop. С днем рождения тебе! Счастья тебе! Здоровья! Друзья, ровно 4 года Tasty Drop балуют нас эксклюзивными кейсами, крутыми ивентами и челленджами. И в свой день рождения он дарит подарки вам. Поспеши открыть новую линейку кейсов Tasty Birthday, не упусти сочные розыгрыши призов. Успей забрать 15% бонус к пополнению и кейс в подарок с промокодом, который ты видишь на экране. Поторопись за халявой от Tasty Drop. С днем рождения тебе! Счастья тебе! Здоровья! Бля... Кадры до сих пор теряются, судя по всему. Я не знаю, что делать. Можно попробовать еще один раз перезапустить стрим. Еще один раз. Готовьтесь, перезапускаю. Не пугайтесь, минус стрим, но будет плюс стрим. Опачки. Пока вроде нет потерь кадра, смотрите. Рабочий стол пока ноль. Вот я снова перезапустил. 47 секунд, новый стрим. Ноль потерь. Окей, пробуем, пробуем. Поехали. Вот так-то лучше. Попечь, сделай нас единым. Дота. Все, поехали, гайз, поехали. Судя по всему, последняя глава. Сейчас будет развязочка. А неизвестная форма жизни, это кто, я? Да! Да! Нажрись, сука! Да ладно. Давай по-старому. Пам-парам, пам-парамович, парамов. Как его повернуть? Нет, пилы больше нет. А как дальше? Там дверь надо открыть дальше. Давно пора карантин снимать, блядь. Nice. Бля, я его так буду вручную тащить или что? До конца жизни? Айзек, ты почти добрался. Подведи питание к мостикам, чтобы вот перетащить обелиск. Поищи пульт управления в конце сервисной трубы. Также умоляю, чекни Гордо Фар, если тебе привезут PS5. Гордо Фар нет, точно. Бля, их двое. Эти ебаные хуесосы с ваншотами, это пиздец. Окей, хоть не заново, потому что это вообще был бы пиздец. Так, потерь кадров пока 0.5%.
Что в планах после пробела? Maybe второй пробел. Следующая часть или снова AUG? AUG, ну, короче, почекаем. Наверное, будет, скорее всего, один стрим по второму пробелу, а там уже посмотрим, игра хорошая или нет. God of War нет. И PS5 я не хочу, чтобы мне привозили даже. Я уже отказался, потому что, ну, типа, меня уговаривали, я согласился, потом я отказался, когда узнал, что многие игры на стиках играть, и там нельзя играть на стрелочках, ну, типа, на дефолтных этих. Ну, ты понял. На стрелочке, короче. Работает, оказывается. Этот пистолет их с большого расстояния убивает. Прикиньте, этот пистолет, оказывается, их убивает с дальнего расстояния. Как ты рычишь, когда ты, блядь, на куски уже разорван? Научи, плиз, научи, плиз. Издавать звуки, когда тебе нечем издавать звуки. Что, кого я слышу, блядь? Пиздец, стрёмная хуйня. Блядь. Блядь, а как? Чужой, сука. Как его дамажить? Блядь, а как? Пидорасик. Да пидорасик! Фу, блин, мерзость. Так. Ебать. Погодь, дай-ка пройду. Хорошо, хоть не засасывает. Уже хорошо. Надо отсюда бежать. Там сзади по-любому меня сейчас задушат. Бежим отсюда, ну нахуй. И смотрим назад. Все, вот выход. Блядь. Охуенно как! Кайф, как! Да что я сделаю, блядь? Спасибо, разрабы. Как? Ну как? Охуеть. Большая. Это мне, наверное. Зона гравитации. Фу! Блять! Как тебе нравится, сынище? А вот так! Мне нужна эта пушка, но у меня ее нету, блядь. Да ее, а что делать? Мне нету пушки нужно мне. Да ее.
и которая его нормально пробивает. Нету патронов. Чёрт, все, тварь, выдохся. Чего, он жив? А где силовой узел, бля, в награду за столько потерянных патронов? Пидрило. А мне в ту сторону надо двигать, окей. Так, давайте сейв плюс магазин. И нужно, по идее, купить патроны, на самом деле. Впервые в жизни я куплю патроны. Чел. Да ёб твою мать! А чё не против того, чтобы я вернул ему обелиск? Это вам! Это ваш! Вы против, что я вам вернул обелиск? Сейчас снова кто-то выскочит, чувствую. Музыка страшная. Меня зажали. Без патронов. Да почему? Ебать, блять! Сколько аптечек осталось, интересно? Где патроны? У меня такое ощущение, что у меня не заканчиваются. У меня нету для пистолета и нет. И 4 есть. Ай, блядь! Гайз, потом донаты прочитаю. Сейчас видите, напряженка. Момент истины. Спасибо. Спасибо, Альф. Я всегда в тебя верила. Я знала, ты вернешься за мной. Мы одно целое, Айс. Что творится? Мы одно целое.
ебать. What's happening? А что за камень, я раз? Я могу спастись? Внимание! О. Геоорбитальные захваты отключены. Ой. Тектонические средства освобождены. Активирован режим обеззараживания. Спасибо. Алло? Что ты стоишь здесь с пистолетом? Ты что, дурочка? Я забираю. Что ты делаешь? Голая, без брони, с пистолетом забираешь обереск. Откуда она взялась? Скорее всего, в челноке осталось, как я и думал. А лучше посмотри еще раз, кто запись от рекордит. Только на этот раз до конца. Бля. Айс, привет, это я. Завтра хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Я и так знаю, что он чокнутый. Это и так понятно. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все разваливается на части. Блядь. Не могу поверить в то, что происходит. Вы дурки. Тебе по-настоящему. Нужна лишь такая мелочь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ну и так было понятно, что она мертва. Они пытались наебать игрока, а не получилось. Меня не наебали. Я и так знал, что она мертва. Было супер очевидно. Как она сюда, блядь, прибежала голая? Как она вообще тут дышит? Подождите. На этой планете. Тут все нормально ей дышать? Фейспалм и вправду, бля. Капитан Кейли. Капитан. Негорь была не жива все это время. Это было плодом твоего больного ума. Который блять. Я... Ну не бойся. Теперь эта штука будет тебе попасть. Ты меня достала. Подальше от этого проклятого места. Прощай, Айс. Еще, блин, опять тащить потом эту штуку сюда до конца? Дурочка. Бля, а что происходит вообще? Там же астероид тот какой-то непонятный висит. Да. А что бы себе вернул бы эту штуку? Блять, опять на крапченной земле крапченная сенса. Зачем мне узел, интересно? Что мы будем еще апгрейдить? Патронов бы-то бы нихуя нет. На пистолет нет патронов, самое главное. Или есть? Я взял патрон на пистолет? Не, нету патронов на пистолет, лол. В ближнем бою нечем драться. Да ё, у меня сенса карабчанная. О, найс. Да, блядь! Три патрона. Cool story. Первая дверь в игре, в которой пусто. Первая ever. Вторая дверь в игре, в которой пусто. Что-то новенькое.
что мы апгрейдим, бля. Уже нечего апгрейдить. 6 узлов, может дамедж винтовки. Винтовка как оружие против боссов. Логично. Правда, не уверен, что у меня там патроны остались на винтовку. Сколько у меня патронов? А, не, хватает на винтовку. Чисто оружие против боссов заапгрейдил. По-любому должен быть какой-то финальный, блядь, босс. Не это же девка, а босс. Появились новые... Черт. Что? Что творится? О, как тебе? Ща... А я думал, оно её пронзит... Holy shit! Этот астероид приближается, у нас нету времени на это, монстр! We have no time for this shit! Блять. Да вы чё, блять, издеваетесь надо мной? А что мне сделать? Да вы чё, блять, а как я попаду в эту хуйню? Что происходит? Ой, блядь! Настоящая концовка! Не, ну реально... Там невозможно попадать. Сенса еще в говне, как обычно. Надо ящики к себе приманить, пока не началась катсцена. Вот это, блядь, вообще, что тут сказать можно? Я... То, что я охуел, ничего не сказать. Самая жестокая казнь за всю игру. В этой игре были жестокие казни уже не раз. Но вот это, блядь, такая долгая и такая жестокая. Вау. Ой, вау, просто... Я реально шокирован, я такого никогда не видел.
умею. Бочки кидать нет смысла. Окей, вот как сейчас навестись мышкой? Надо не паниковать. Но как можно не паниковать? Я не могу не паниковать, бля, это пиздец. Все? О, без паники. Без паники! Не почувствовал, что такое, как тебе это? Ебать! Спрятал. Надо доджить. Блять, сколько раз он бьет? 4? Полутаться. Мышка вообще меня душит. Конечно, я смогу сделать. Вы видите, что я сенсой? На жизни. Один остался. И одно яйцо осталось. Яйца. Блять. Паника у него даже в конце не уже. А что с этой хуйней? Пусть ее разъебет астероид. Выкинь ее. Ты скинул ее от обелиска или нет? Или ты забираешь его с собой? Не спасай обелиск! Чел, ты выкинул обелиск? Разъебочка планеты пошла. Вот это, конечно, тут остросюжетно, бля. Вроде такой примитивный сюжет, но на самом деле это пиздец интересно оно смотрится. Фильм был бы супер охуенный, конечно, с этой игры. В общем, у героя лицо такого простого работяги. Явно, ну знаете, не голливудское. Какого-то там героя. Вау. Айс, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Он наконец-то перестал верить в иллюзию. А где обелиск-то? Обелиск он с собой забрал? Это плохо, если да. Нет! Не ров! Нету пути, блять, мертвая Николь. У меня аж холодно стало, блять.
финальный глюк. Минус сердце, блядь. Это, наверное, чуть ли не самый страшный момент в игре, блядь. Ну, такой именно чилово-криповый, имею в виду, знаете, аж мурашки по коже. Буквально. У меня такое редко бывает, чтобы прям вот настолько как-то... Оно не прям супер страшно было, а именно... Финальный глюк, когда уже он поверил, что нет... Когда он уже... Буквально вот он отключил видосик с Николь, да, он типа, все, больше не верю в хуйню, в глюки не верю, все, я понял, как все есть. И сразу, да, сразу, чё? What? Wait, what? Крипировано. А что с обелиском, я так и не понял. Он остался там? Или и он его с собой увез? Походу, он там остался. Он же его не забирал обратно в челнок. Он его не засовывал в челнок. Обелиск разъебали. Вау, вот эта игра. Типа сделать с ней фильм, знаете, просто вырезать, грубо говоря, почти все файты с монстрами. Просто оставить, знаете, всех монстров по одной штуке. Типа, ну или там по две. То есть на протяжении фильма главный герой будет встречать этих всех разных, разнообразных монстров, да, там, иногда, там, один раз, второй раз, там, то есть немного, не постоянно, как здесь. И было бы вообще невероятно охуенный спейс-хоррор, там, какой-нибудь, на часика три так сделать. Тут как раз сюжет, знаете, несложный сюжет, несколько персонажей есть, просто идеальное кино бы вышло. В этой же игре большинство времени ты проводишь, что ты пиздишь монстров, и делаешь различные какие-то задания. И почти все это можно было бы вырезать. А в фильме только оставить, знаете, атмосферу и крепоту. Ну и этот сюжет, в принципе, который, ну, как раз подошел бы под кино. Потому что он так идеальный в своей простоте. Фильмам нужны простые сюжеты. И этот сюжет как раз идеально подходит для кино. Для экранизации. Вау. Еще музыка эта вот в конце охуенно дополняет атмосферу, которая на титрах играет. Прям супер впечатление от игры. Реально крутая. Финальная. Так у меня сложно стоит средняя. PS, там вышел до Ом Eternal Transient Gods часть 2. Я в курсе. Хочешь завершить ее? Ну, когда-нибудь, когда будет желание. Не, у меня просто сложность в этой игре стоит средняя. Все игры играю на сложной. Все игры, которые я играл на сложной. На самой сложной сложности. Тут я, к сожалению, играл на средней, потому что она сбивалась. Дважды, два раза. Меня просто не предупредили изначально, что нужно начинать игру... ну, в смысле, загружать игру можно только загрузкой, нельзя нажимать «Продолжить». Но, судя по всему, даже это бы не помогло. Потому что, когда я починил сложность, она, anyway, сбилась после новой главы снова. То есть, получается, ее нужно было бы фиксить каждый раз после каждой главы. Представьте, за стрим я прохожу три главы. Я что, во время стрима буду фиксить? Ну, то есть нельзя было играть на сложной, к сожалению. Вот этот баг, который так и не зафиксили. Никто не выпустил на него никакого фикса. Ну, то есть если как бы закрыть глаза на эти вот геймбрейкинг баги, которые почти все фиксятся. Но Сенса не пофиксилась. Сенса так и не пофиксилась. То есть в некоторых местах у тебя Сенса ломается очень сильно. На карабчанной земле, вот забавно, именно на карабчанной земле становится карабчанная Сенса. Мэйби это так задумано разработчиками, блядь. Если ты вступил на эту испорченную землю, то ты там, блядь, ва-ва-ва! Спасибо за стрим, Космос. Боевое снаряжение, досье, типа, зачем? Приз 50 тысяч кредитов, а зачем мне это надо? 10 силовых узлов, приз. Типа, зачем мне это все дают? Вы меня хотите заставить второй раз сыграть или что? Сохраните текущую игру, пройдите еще один раунд с полным снаряжением. Окей, я сохранил. Но еще один раунд я не буду, ну, типа, это, типа, то же самое проходить. Такой-то на супер повышенной сложности, зачем?
Это же не то явно, ну то есть. Просто... Вот так-то лучше. Чего-то будет отличаться от Дума. Здорово, папаня. Чек не на ютубе мультфильм Диадспачи. Даунфал и прохождение игры Диадспачи. А зачем мультфильм смотреть? Поиграть в них все равно не сможешь. Там нужен PS3 или Nintendo вроде. Скадонат 500 рубасов. Я оправлюсь. Прохождение игры Dead Space Extraction. Это какая? Это продолжение первой части или продолжение чего, блядь? Оцени смерть, которую ты не по своей воле скипнул. Два без спойлеров, из обзоров. Ну, блин, все равно хочу... Ну, хотя, maybe, да, maybe, надо вообще... Короче, я в любом случае хочу узнать полностью сюжет первой части. Именно все, maybe я что-то упустил. Dead Space Head Transplant? Че? А типа чё, он заменяет голову, эту хуйня? А всё, теперь я... Ну, плюс некроморф. Ебать, тут анимации смертей, тут вообще пиздец просто! Анимации смертей в Dead Space — это отдельный хоррор. Вау! Хейтер. Вау. Если прочекать первую букву названия глав, то выйдет Николь is dead. Так я и так знал, что она мертвая. Они слабо пытались. Вот это вот слабый момент, то, что как они пытались с Николь наебать. Это слабо. Я ни разу не поверил. Я ни разу не повелся. Что такое ДНД? ДНД даун на донатере. Это типа на твой донат начали спамить. Если да, то сожалею. Ну, не обращай внимания, anyway. Там на любой донат ДНД спамят в чате. Какая разница? Так, вторую часть начнем. Аукциона пока не будет. Вторую часть начнем. Посмотрим, как она. Ну, то есть посмотрим, да, даже без обзоров, наверное, начнем, окей. Только надо хотя бы... Если есть какие-то недочеты, если есть какие-то серьезные баги, то заранее предупредите, вот типа вот по типу сложности. Чтоб я знал, что фиксить. В первой части мне надо было фиксить... Опять потери кадров, саны. Ну, что это такое? В первой части мне нужно было фиксить сенсу, клавиши и кадры. Так, давайте, Dead Space 2, скорее всего, на следующий стрим. Ну, maybe не на следующий стрим, но, короче, в любом случае, следующий стрим — сингл игры, я не знаю. Но в любом случае, скорее всего, буду Dead Space стримить на следующий стрим. Чё я там еще могу стримить? Ну, если даже вдруг не будет следующий стрим Dead Space, то anyway, пока что без аука, и Dead Space 2 хотя бы потестим один стрим. Один стрим потестим, ну и как обычно. На следующий стрим, скорее всего, Dead Space 2, но может быть нет. Но в любом случае, Dead Space 2 затестим. Без аукциона пока что. Так. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.